Привет всем. Мы находимся на горе Кармил, где Илия, истинный пророк, столкнулся с лжепророками Ваала, и там случилось, так сказать, столкновение сил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». Чем закончилась эта история? Прочитайте дома, друзья. Но история очень поучительная. Итак, эти лжепророки существуют и по сей день. Бахаи – синкретическая религия, окутанная символикой. Согласно доктрине Бахаи, для Бахаи индуистского происхождения Бахаула является новой инкарнацией Кришны. Для Бахаи, являющейся выходцами из среды христиан, Бахаула воплощает обещание Христа возвратиться во славе Отца, соединить всех людей, чтобы были одна паства и один пастырь. Эта религия, Бахаи, очень схожа с идеей нового мирового порядка, а также с идеей синкретического религиозного универсализма. Это идея New Age. Интересно понаблюдать за символами этой религии. Этот храм похож на улей с куполом и с пирамидой и со звездой в центре пирамиды. На воротах можно лицезреть пентаграмму. Этот символ означает соединение человека с Богом. Только вот с каким Богом, надо бы задать вопрос. Давайте посмотрим на учение Бахаи. Что нам это может напоминать? Бахаи – это новый мировой порядок. Это одна религия. Это один язык. Это единство человечества. Это глобальный мир. Это универсальное образование. Это гармония религии и науки. Не туда ли сегодня устремляется весь мир? Не оттуда ли появится мировое правительство? А здесь мы видим корону, излучающую свет, представляющую иллюминатов, просвещенных, так сказать. Это символ короля солнца и символ пришествия Антихриста.
Интересно отметить при этом, что символизм этот очень похож на символизм Римской империи. А вы помните сделанную монету Трампа, на которой был изображен Дональд Трамп и третий восстановленный храм? Вы помните, что там было нарисовано с левой стороны монеты? Мы видим Персию, это символ древнего Ирана. А с правой стороны мы видели символ США, то есть, так сказать, встреча Востока с Западом, да? Так вот, эта религия была основана человеком, выходцем из древнего Ирана, из Персии. Так не оттуда ли выйдет Антихрист и лжепророк в конце дней? И не будут ли они приверженцами этой идеи и этой религии?